После такой мясорубки эта лодка долго еще не всплывет. Если вообще всплывет. Господин адмирал, разрешите доложить. Танкер Штеттин лег на курс в базу. Пятый и второй продолжают поиск лодки. Вероятно, это другая лодка, господин адмирал. Необъяснимо. Трое суток под бомбежкой. 250 глубинных бомб, а она как заколдованная. Вырывается из кольца эсминцев, исчезает и снова атакует. Что это? Есть попадание! Что случилось, Аренс? Штеттин горит. Все море в огне. Предполагаю, лодка ускользнула от бомбежки. А вы утверждали, что это другая лодка. Вы уверены, что это большевистская лодка? Так точно, господин адмирал. Она же потопила и транспорт Хохбург. Именно поэтому я прошу вашего разрешения лично выйти в море. Хорошо, Прам. Вы выйдете в море, но с другим заданием, исключительной важности. Дело в том, что обучение экипажей для наших новых лодок в Данцинской бухте стало невозможным. Прорыв русских к Балтийскому морю у Мемеля оказался для нас катастрофическим. Скоро наступит очередь и Данцига. В этой ситуации фюрер решил перевести подводников в Киль. Одновременно будут вывозиться и некоторые спецчасти. Нужно спешить. Решено кратчайший путь морем. Я назначаю вас командиром конвоя. Благодарю вас за доверие, господин гросс-адмирал. Разрешите узнать, какие суда выделены для эвакуации? Да, конечно. Тироль. Понимаю ваше недоумение. Предполагалось выделить три судна, но, увы, обстоятельства внесли корректуру в наш план. Принц Альберт потоплен на входе в бухту, а Штральзунд выбросила на мель. Всех придется разместить на Тироле, другого выхода у меня нет. Название операции «Феникс». Фюрер считает, что новые лодки принесут нам решающий успех. Следовательно, эвакуация экипажей этих лодок имеет исключительное значение не только для флота, но и для всего Рейха. Я хочу, чтобы вы осознали, какая ответственность ложится на вас. Я вверяю вам 70 экипажей, лучших подводников Рейха. Любая случайность исключается. Мы должны иметь двойную, тройную гарантию в успехе операции. Вы меня поняли, Прам? Так точно, господин гросс-адмирал. Thank you.
Разрешите, господин адмирал. Принят второй экипаж. Благодарю за информацию. Хорошо, Фогель. Благодарю за важные сообщения. Пусть все идет по плану. И у нас, и у русских. Что-нибудь случилось, господин адмирал? Нет, нет. Ничего. Пауль. Может возникнуть необходимость отправить тебя в Киль не на Тироле, а, скажем, лодкой или самолетом. Ты считаешь выход на Тироле опасным? Кто знает, где сейчас опасно? Wovon sprichst du, Vater? О чем ты, отец? Die Tirol muss doch bald... Мы вот-вот снимемся с якоря. Ich möchte dir etwas sagen, я хочу тебе сказать то, was noch niemand что пока weiß. Никто не знает. Nein, Vater. Отец, was du auch immer wissen, что бы ни случилось, я не покину своих товарищей. Никогда. Спасибо, мой мальчик. Я на головном эсминце, запомни. Sondereinheiten ins Unterdeck. Verladung beginnt ab sofort. Herr Admiral, an Bord befinden sich bereits jetzt schon 6800... На борту уже 6800 пассажиров при норме 1900. Der Kapitän bietet... Капитан просит обратить ваше внимание на столь ненормальное положение. Hat der Kapitän Vorschläge? У капитана есть предложение... Лично и строго секретно. От господина Черчилля маршалу Сталину. В течение истекших месяцев противник готовился начать большую кампанию подводной войны при помощи новых лодок. Я думаю, хитрый лис лукавит. Скорее всего, Черчилль сам боится новых лодок немцев, потому и предупреждает. Вот это и беспокоит Верховного. Усилив подводную блокаду Англии, Гитлер может заставить ее пойти на сепаратные переговоры. Прошу садиться. Наша ставка готовит сейчас новое наступление, в котором участь Данцига будет решена. Перед нами поставлена новая задача. Есть данные, что в порту Данциг готовится к выходу крупный конвой. Давайте думать, как будем действовать.
Глубина 15 метров. Поднять перископ. Есть, поднять перископ. В трюме от перископа. Глубина 10 метров. Глубина 9. Держать 9 метров. Есть, держать 9 метров. Пусто. Боцман, всплывай. Есть, всплывать. Чертова луна, все как на ладони. Красота. Успеть бы зарядиться, товарищ командир. В ближайшие дни ожидается выход из Данцига крупного войскового транспорта, командующий флотом. Товарищ командир, получено радио. Есть, понял, спускаюсь. Не вижу энтузиазма. Что будем делать? Надо решать. Видимо, придется возвращаться. Что думает замполит? Я думаю, единственное правильное решение — поиск и атака. Механик. Захлопки не держит, товарищ командир. Плохо с аккумуляторной батареей. Газует первая группа, да и вода на исходе. Значит, возвращаться. Ну что ж, это неплохо. Баньку сотворим, а, боцман? Так точно, товарищ командир. Я и веники припас. Отлично. Но у меня там... Попаримся, отдохнем. Ничего, война подождет. Я не понял. Курс в базу? Товарищ командир. Так вот, о возвращении придется забыть. Контроль за водородом усилить, воду только на чай. Есть воду только на чай. Замполит, довести до всего личного состава. Мы будем искать этот конвой. Искать и атаковать во что бы то ни стало любой ценой. Штурман. Я. Проложить курс к западному выходу из бухты. Есть. Надо прорываться напрямик, чтобы успеть перехватить конвой. На переходе могут быть мины, товарищ командир. Могут. Я же сказал, будем прорываться. Это самый короткий путь. Если они в здравом уме, в чем я не сомневаюсь. Наверняка попытаются пройти прибрежным фарватером. Передать по конвою, курс 80, становиться на якорь. Ты знаешь, какой у меня был штурман? Отменный, товарищ командир. Другого у вас и быть не могло. Иначе меня к вам не прислали. Ну, будем считать, что я оценил вашу скромность. Теперь давай подумаем, как нам через минные поля прорываться. На карте я курс проложил, товарищ командир. Ну вот проскочим ли, я не сновидец. Сейчас узнаем. Сигнальщика ко мне, быстро! Товарищ командир. Ну-ка, сигнальчик, гадальщик. Пораскинь, пошевели мозгами, что там у нас получается. Вижу, вижу, вода. Спокойно, все спокойно. До утра все спокойно. Если, конечно, пройдем минные поля. Вот видишь, он прав. А на нашей лодке в балду не верили. Да не балда это. Просто хочется на этой железке сохранить маленькие человеческие слабости. Вот и играем. Ну что там у тебя? Центральный! Есть! Первым скрежет по левому борту! Есть первый!
Стоп левый, лево на борт. Центральный! Есть центральный. Во втором скрежет по левому борту. Застопорен левый. Руль лево на борту. Циркуляция влево. Во втором скрежет по левому борту продолжается. Командир, циркуляция влево. Есть, понял. Клянусь здоровьем, это все. Правый стоп, право на борт. Есть правый стоп, право на борт. Совсем близко рвануло. Если б совсем, мы бы с тобой уже не разговаривали. Аварийная тревога. Боцман, всплывать на 30 метров. Есть на 30 метров. Глубина 50. Лодка не слушается рулей. Глубина 55 метров. Лодка погружается. Глубина 60. Дифферент 5 градусов на нос. Стоп, моторы! Рёба полный назад! Продуть носовую группу цистерн главного балласта. Глубина 65 метров. Дифферент 7. Глубина 70. Лодка продолжает погружаться. Работает оба полный назад. Глубина 75. Дифферент растет. Продуть главный балласт. Глубина 80. Дифферент 10. Глубина 85. Дифферент отходит. Лодка быстро всплывает. Глубина 80. Глубина места? Около 100 метров. Принимать через кингстоны в уравнительную на 2 оборота. Заполнить балласт. Ложиться на грунт на ходу. Видимо, от взрыва мины вышел из строя привод горизонтальных рулей. Так? Сказать точно, что там произошло, не могу. Но в таком случае плавать под водой нет. Я понял, предложение. Обычное. Всплывать, лезть в надстройку, но в любом случае. Ну, договариваете, возвращаться в базу, так? Возвращаться, значит, сорвать всю операцию. Может, штурман другое предложит? Ведь, в принципе, рули в его заведовании. Я предлагаю всплыть, товарищ командир. Как можно быстрее, скоро рассвет. Вас понял. Не хочу приказывать. Кто пойдет в настройку? Разрешите, товарищ командир, пойду я. Попробую. И я с тобой, боцман. На подхвате. Я думаю, должен пойти тот, кто сможет быстрее устранить неисправность. Будем говорить длинные речи, лодка погибнет. Пойдет боцман и... Товарищ командир, разрешите, со мной пойдет Машура. Добро, давай Машуру. Есть. Боцман, по моей команде сразу вниз. Есть! Понял, товарищ командир. Быстрее, быстрее! Я любил с дедом пахать. Бывало так, на рассвете выйдем. Я быков погоняю, он за плугом идет. Дед-то у меня крепкий был.
ступаю босыми ногами по пашне. Земля теплая, теплая. Парк идет. Долго-долго они копаются. Какой грохот! В Берлине, наверное, слышен. Дорвался Ваня до кувалды. Справа по корме самолеты! Боцман! Всем вниз! Внизу оба! Средний вперед! Есть оба, средний вперед! Пятый. Я второй. Хорошо вижу лодку. Координаты. Боцман! Боцман! Товарищ командир! Беда! Тягу закрепили! Ажура руку никак не может вытащить из горловины! Торпеда идет прямо на лодку. Право на борт, стоп правый. На борт. На лодку самый полный. Разрешите, товарищ командир. Спасибо, Антон Васильевич. Не потопили нас, как кутят. Извините. Все это чертова тяга. Машур руку просунул, а назад никак. С мясом пришлось вырывать. Разрешите идти? Посиди со мной, Пантелеич. Кто командовал? Не помню. Чувствую, надо нырять. Погублю лодку и людей. Чувствую, я не могу. Понимаешь? Заклинило что-то. Было со мной такое в детстве. За ракушкой нырнул. С тех пор боюсь воды. Чайку скомандовать? Давай, мне надо сейчас. На мостике не мерз, а еще что-то. Не по себе. Чего мы ждем? У меня такое чувство, что отсюда с якоря нас снимут только русские. Мрачный юмор, господа. Господа, прошу садиться.
Ваше беспокойство вполне уместно. Ситуация требует скорейшего выхода в открытое море, а мы, едва отчалив, снова стали на якорь. Это не случайность. Наша разведка обнаружила 3 подводные лодки противника. Одна из них находится прямо у входа в бухту. Не исключено, что ей известно время нашего выхода и курс. Поэтому я изменил план «Феникс» и перенес время выхода. По расчету, автономность ближайшей лодки на исходе. Прибавим еще немного на их фанатизм, и тогда либо они уйдут, либо задохнутся. Третьего не дано. Пусто. Пусто, товарищ командир. Не знаю, не знаю. Скоро 10 дней, как получили радиограмму, а, штурман? Может, мы ошиблись и маленько заблудились? Не ошибается только Бог, товарищ командир, да и то... Постри, постри. Но в самом деле, товарищ командир, могли они задержаться? Могли. Могли отменить выход, могли. Да и вообще, есть ли у нас гарантии, что они не ушли, пока мы здесь ждем? Какие гарантии? Гарантии. Их дает только часовая мастерская. Вдруг они все-таки ушли из бухты. После поиска легли на грунт. Грунт, мелкий песок, ил. Интересно, кто сухари придумал? Великий человек. Я бы ему орден дал. Компот-то вроде соленый. Какая вода, такой компот. Так сказал Кок. Слушай, не пойму, а как он в лодку влезает? А никак. Когда лодку строили, вошел, так мне и остался. Лучше через мины продираться. Чем так ждать? А? Вот так всегда. Времени полно, спи сколько хочешь, не спится. А мне раньше Нинка снилась. Будто я у нее в парикмахерской. А она мне польку делает. И вдруг я чувствую, она так прижимается ко мне. Чё-то я не понял, Зубок. Я? Пишешь вроде там Маре, жениться обещаешь на Оле, а снится Нинка. Уметь надо. Бабы же они такой народ. Тут либо ласкарь, либо цветочек, а то и... Хватит трепаться! Сколько можно? Мы почти 2 месяца торчим в этой собачьей бухте. Никого здесь нет, нету! А если были, то все уже давно. Тю-тю. Ну, это, допустим, не твое дело. Бате лучше знать, что к чему. Что? Ты что, меня учить будешь? Могу врезать? Ну, врежь. Да хватит вам! Ну что там у тебя, парторг? Дядь Мажура. Боюсь, товарищ командир, он что-нибудь выкинет. Нервы. Не понял. Ну вот что. Я с ним уже говорил, могу повторить еще.
Здесь не прогулочная яхта, и бой не всегда грохот и выстрелы. Самый трудный бой, я считаю, здесь. В тишине. В глубине. И сырости. Если не все идет гладко, как на званом обеде, пусть больше в море не выходит. Тем более со мной. Со мной спокойно не будет. Вернемся. Спешу на берег. Жалко, товарищ командир. Жалко, у пчелки. Надо. Вы не правы, товарищ командир. Это почему? Завтра любой из нас может оказаться на его месте. Он травмирован. Ему надо помочь. Мне чудак один говорил, что слоны перед смертью ищут какой-то укромный уголок. Ну, чтобы подальше от всех. Как ты думаешь, почему? Черт их знает. А по-моему, это просто. Они все понимают. Кому охота причинять страдания своим близким? Дурак. Ты это про кого? Про себя, про кого же еще? Хотел ведь доброе письмо написать жене. Ведь дома они ждут, не дождутся. Ну, это как сказать. Ждут, да не все. Почти все. Черт возьми. С местом у нас все нормально, товарищ командир. Отвечаю. Нормально. Стрелять по детям из 12-дюймовых пушек тоже нормально. Сашке моему сегодня 7 лет. Было бы. В школу, значит. Я и представить его не могу, лицо стал забывать. Одним снарядом вместе с матерью. Прямое попадание. В трамвай и все в прах. Знаю. Ни у одного меня погибли. Знаю. Так почему же никого нет? Слушай, может, мы вообще не на Балтике? На Балтике, товарищ командир. Именно в том месте. А вот решить, почему этот чертов конвой не идет, извините, не могу. Все же мы его найдем. Встречу с нами ему не миновать. Найдем. Штурман. Ты чего? Чего ты? Расскажи анекдот, что ли?
Слышь, ну что ты смеешься? А? Эй, тише там! Мощь наверху! Чего гогочите? Компот отпились, дурни! Да нет! Ему зоопарк не снился! Что происходит? Серега? Что с тобой? Серега? Внимание в отсеке, говорит командир. Ну вот что, моряки. Повеселились и будет. Теперь за дело. Механик, на 5 минут включить полный свет. 200 грамм воды на каждого, побриться. Есть. Через полчаса всплываем. Все. Я не понимаю, что случилось. Почему смеялись? Почему? Потому что люди мы. Совестно утюжит, гады. Третий день подряд. Что бы это значило? Товарищ командир. Верно, верно. В этом что-то есть, а, штурман? А вам не кажется, товарищ командир, что нас перехитрили, и мы напрасно здесь ждем, а? Нет, не кажется. И никому пусть не кажется. Третий день эсминцы бомбят выход из бухты. Кому не расчищают дорогу? Нам? Мы будем искать этот конвой днем и ночью. Над водой и под водой. До самого последнего дыхания. Если мы его перехватим, а мы его перехватим. Тут даже наша гибель была бы оправдана. Мой фюрер, разрешите доложить, операция «Феникс» в действии. Благодарю, мой фюрер. Передач на Тироль. Увеличить ход.
Товарищ командир, ввести в строй передатчик пока не удалось. Мерзко. Что, Машура? Не знаю, товарищ командир. Не понимаю. Какой-то дьявол попутал. Одним словом прошу. Очень прошу, не списывайте. Идите на пост. Есть. Товарищ командир, вахтенный электрик, матрос Дунаев. Есть, Дунаев. Вахтенный, трюмный, матрос Чернов. Как настроение? Нормально. Нормально. Да, гора, гори, моя лучина, да, горю с тобой я. Эх, какой талант пропадает, а? И вокруг сопки покрыты мглой. Просьба командиру выйти на мостик. Отдыхайте, моряки. Скоро будет не до отдыха. Очевидно, конвой Булату обнаружить не удалось. По нашим расчетам, 131-й пора возвращать. Знаю, что пора, что люди на лодке измотаны, запасы на исходе, и что командир сделал все возможное, и даже больше. Исаеву и Малышеву, готовьте радио на смещение в районы западнее 131-й. Есть, товарищ командующий. Слева 140, слабо прослушивается шум винтов, предположительно эсминец. Слева 120, шум винтов. Транспорт. Может, попробуем слепую, товарищ командир, по акустике? Зачем слепую? Не надо. Так недолго и промахнуться. Здесь нужен точный расчет, как в бухгалтерии. Как у них там? Дебет-кредит? Так точно, товарищ командир. Центральный акустик. Цель пересекает курс. Есть. Придется догонять, товарищ командир. Цель. Справа 10. Удаляется. По местам стоять к всплытию. Есть по местам стоять к всплытию. Приготовить правый дизель для продувания балласта с ходом. Приготовить правый дизель для продувания балласта с ходом. Левый приготовить для работы на винт. Левый приготовить для работы на винт. Вот теперь и будет в нашей бухгалтерии маленькая ревизия. Что-то ты сегодня такой веселый. А? Так ведь на веселое дело идем. Как же иначе? А. Точно. Конвой идет на северо-запад. Впереди малое судно.
За ним какая-то громадина! Похоже, док! Нет, это не док. Транспорт 1020, не меньше. Это пассажир, что ли? На войне море не место для прогулок. И каждый корабль с войсками — это цель для атаки. Господин адмирал, похоже, температура падает. Да, похоже. Не мешало бы принять чего-нибудь согревающего. Это поможет поднять настроение. Хорошая идея. Мы теперь ближе к берегу, чем цель. Цель справа 80. Есть, вижу. Идем почти параллельными курсами. Надо обогнать. Механику прибавить еще 20. Товарищ командир, дизеля могут не выдержать. Еще 20. Внизу. Механику прибавить 20 оборотов на дизеля. Да вы что? Загубим машины. Дизеля не выдержит и так на пределе. Так, понял. Механика на мостик. Внизу. Механика на мостик. Представляю, какого труда стоит кочегарам Тироля удерживать такой ход. Их не надо подгонять, они знают, что идут на перегонки со смертью. Мрачные мысли, господин адмирал. Вы правы, Эрнц. Что-то меня тревожит. Но это не имеет отношения к конвою. Простите, товарищ командир, но я не понимаю, что вы задумали. Мы находимся очень близко к берегу. Глубины здесь малые. Повсюду торпедные катера и батареи. Удовольствие ниже среднего. И внезапная атака... Думаешь? Да. А мы пройдем. Безрассудно. Ваш оптимизм кого угодно доконает. Только не вас, товарищ командир. Вот именно. Все продумано. Отсюда нас меньше всего ждут. Господин адмирал, через 5 минут поворот на новый курс. Да-да. К черту предчувствие. Боевая тревога. Торпедная атака. Носовые аппараты к выстрелу приготовить. Боевая тревога. Торпедная атака. Носовые аппараты к выстрелу приготовить. На рампе. На рампе 320. Есть. Право на борт. Курс 60. Есть. Право на борт. Курс 60. Erinnern Sie sich, Ari?
Помните, Аренс, иронию Толстого над планом Вейротера в битве под Аустерлицем? Даже Толстой не мог постичь значение плана боя. План — это предвидение. Катер со стороны берега. Какого черта ему нужно? Запросите позывные. Товарищ командир! С эсминца запрашивают позывные! Чего кричишь? Пиши. Что? Пиши, что хочешь. Господин адмирал, они передают что-то непонятное. Носовые торпедные аппараты к выстрелу приготовлены. Торпедные аппараты ТОВС. Торпедные аппараты ТОВС. Есть. За вас, родные. Аппараты! Пли! Пли! Время хода торпед 46 секунд. Торпеды вышли! 0-4. 10 секунд. Выключить ходовые огни. Катер исчез, господин адмирал. Как исчез? Что это все значит? По конвою объявить тревогу. Немедленно свяжитесь с Тиролем. 45 секунд. Только бы раньше не заметили. 48. Ну! Неужели мимо? 4 торпеды мимо. Не может быть. Все вниз! Внимание, атака подводной лодки. Атака подводной лодки. Боцман, ныряй! Thank you.
Бог мой. Не может этого быть. Я ведь все предусмотрел. 70 экипажей. Пауль. Мой мальчик. Подойти с ходовыми огнями. Какое наглое коварство. Азиат. Чем вы пришли, Дениц? Мне все время докладывают. Провал, измена, отступление. Говорите же, Дениц. Мой фюрер. Я обязан доложить. Вчера на выходе из Данцинской бухты подводная лодка русских торпедировала Тироль. Боже мой, Тироль. Сколько человек погибло? Точное число погибших неизвестно. Возможно, около 6000. Почти все экипажи новых подводных лодок. Экипажи новых лодок? Вы понимаете, что случилось? Флот мне больше никогда не поможет. Никогда. Командира конвоя расстрелять. Мой фюрер, он покончил с собой. Это тоже предательство. Кто командир русской лодки? Имя его пока неизвестно, мой фюрер, но расстрелять, найти его и расстрелять. Как врага Рейха, как моего личного врага. Из-под земли найти его и расстрелять. Проскочили? Да. Я же тебе говорил, что кто-то из нас родился в рубашке. Кто-то? Я! Но это мы еще посмотрим. Ага. Эсминцы застопорили ход. Засекли, сволочи. Сейчас начнется. Геркомпас строит, товарищ командир. Глубина 35. Штурман, глубина места? 52. Мерзко, мерзко. Наверх нельзя протаранить. Внизу могут быть донные мины. Придется по ниточке, боцман, по ниточке. Понял, товарищ командир. Только бы выйти на большие глубины. Только бы выйти. Эсминец справа 120. Второй эсминец справа 150.
Третий эсминец слева по корме. Плещи берут, сволочи. Будем двигаться под шум бомбежки. Товарищ командир, предлагаю курс Норд. Лево на борт. Есть лево на борт. Ложиться на курс Норд. Руль лево на борту. Оба полный вперед. Есть оба полный вперед. На румбе Норд. Работает оба полный вперед. Есть. Товарищ командир, глубина места 55. Боцман, держать глубину 40. Есть, держать глубину 40. Акустик. Не слышу. Я ни черта не слышу! Центральный, центральный. Аварийная тревога. Пробоина в первом отсеке в районе 29-го шпангоута ниже ватерлинии. Аварийная тревога. Пробоина в первом отсеке. Центральный, докладывает первый. Здесь воды устремлена. Все торпедные аппараты исправны, замечаний нет. Есть первый. Центральный? Есть. Докладывает второй. В аккумуляторной яме лопнули 6 баков. От сильных ожогов и отравления газами кончался электрик-старшина второй статьи Рывадзе. Ни тебе братской могилы, ни холмика, одно море. Все, товарищ командир. И магнитный компас вышел из строя. Что, остались голенькими? Лодка не слушается руля. Перейти на ручное из седьмого, помоги. Есть. Пробоина в седьмом отсеке! Аварийная тревога! Задел к пробоину! Есть задел к пробоину! Связи до сих пор нет. Все возможные сроки истекли, товарищ командующий. Как ни тяжело, но, видимо, лодку надо считать погибшей. Теперь ждать донесения от Исаева и Малышева. Ну что, замполит, всплываем? Умирать так с музыкой? Жить с музыкой тоже неплохо. От имени всего экипажа, от коммунистов и комсомольцев, хочу сказать тебе, командир, мы всегда верили тебе. К бою готовы.
Комиссар, я тебя понял. Ну что? Всплываем, товарищ командир. Надо всплывать. Попытайся еще раз. Клапан чист. Удалось все-таки. Теперь лодка сможет всплыть. Эсминцы ждут. Ждут собаки. Спешить им некуда. Мы не такое видели. Командир что-нибудь придумает. Это точно. Моряки, друзья, кислород кончился. Мы всплываем. Если эсминцы ждут, мы дадим артиллерийский бой. И перед этим последним боем я хочу всех поблагодарить. Вы сделали все, что можно было сделать, и даже больше. Спасибо вам. А теперь слушай мою команду. По местам стоять к всплытию, приготовить правый дизель для продувания балласта с ходом. По местам стоять к всплытию, приготовить правый дизель для продувания.